Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня у нас сабато. Сабато мы будем говорить о Сатурне. Сегодня у нас занятие номер 16. Я посмотрела, последний раз мы говорили о Сатурне на занятии номер 7. Я даже кусочек его послушала, посмотрела, оно мне очень понравилось. И да, за это время переварилось много различной информации, потому что я целыми днями что-то познаю, изучаю, и, соответственно, интересно вот это дополнять одно другое. Сегодняшнее наше занятие называется «Сатурн. Планета ограничения». Я еще раз повторяю, что мы не являемся «Мудро-21», не является занятиями по астрологии, мы говорим о мироздании, мы говорим о единении человека и космоса. И поэтому я хочу подчеркнуть, вот очень многие астрологи, люди считают, что Сатурн, он ай-яй-яй, такой-сякой. Но, по сути, я вам пишу, что усмиритель эго-я и Марса. Вот кем является Сатурн. Поэтому, естественно, как строгий учитель, кондуктор, как я вам говорила ранее, он приходит и говорит: так, ребята, тайминг. И поэтому я пишу: пора, три точки, время пришло. Перед тем, как начать говорить о Сатурне в общем, я подумала: так, интересно, где же сейчас Сатурн находится? Потому что, признаюсь вам честно, что не просто так я подумала о Сатурне, как всегда, Фьора де ла Вита – это не просто псевдоним, который я придумала. Наши занятия идут по запросу, жизнь подсвечивает мне. И также мои книги, серия «Настольная книга для больших и маленьких человек», где человек прежде всего ученик, но ученик в веках, так как жизни нет конца, мы переходим из одного состояния в другое, с одной планеты на другую, и это и называется эволюция человеческой цивилизации. Мы находимся пятой расе, пятая подраса, и вот буквально совсем скоро из эпохи рыб, в которой мы даже не могу сказать, что задержались, потому что задержались мы еще в тельцово-арийских огненных марсовых энергиях, да, у нас идут войны везде, по сути, Иисус пришел, вознаменовал начало эпохи воды, рыб, и мы должны были угомониться. Он хотел нас чуть затушить. Но люди сказали: нет, мы не готовы, Иисуса распяли, и мыло-мочало, начинаем все сначала. Те знания, которые он нам передал, люди на них забили. Потом, конечно, было создано несколько религий, которые называются христианские. Но от христианского у них мало что осталось, потому что если каждый из них пытается рассказать, кто правее, да, кто более правильный. Если мы посмотрим на католицизм, Ватикан с развитой системой педофилии, все эти богатства, которыми они владеют, все эти 14 тысяч метров библиотек или даже километров, я не знаю, не удивлюсь, которыми они владеют, да? Иисус в то время, когда он жил, он зашел, увидел менял, у которых там прибыль, я не знаю, они эти их тугрики, шенкели, не знаю, как они назывались, меняли там на голубей, да, на пожертвования. И он сказал, что в доме отца моего не должно этого быть. Но мы видим, у нас бигфармы, которые нас якобы лечат, на самом деле калечат. Цифра, которая СМИ, которая манипулирует сознанием людей. Вот я помню, раньше
Журналист, это звучало очень гордо. Ну вот сейчас в 21 веке, во время эпохи перемен, мы видим, что практически вся информация является манипулятивной. И поэтому я вижу, что несколько каналов на Ютубе, в Телеграме, людям, которым я доверяю, я слушаю только их, телевизор не включаю от слова совсем. Либо когда мне надо вот прям совсем заземлиться, когда я там куда-то улетела, я могу включить телевизор, посмотреть чуть-чуть, думаю, так, все, enough, хватит, благодарю, спасибо, до свидания. Так вот, я посмотрела, думаю, где же у нас Сатурн сегодня? Расскажу своим слушателям. Сатурн у нас, во-первых, ретроградный. Ну, то, что ретроградных планет у нас много и часто это случается, особенно с Меркурием, это мы уже знаем, и поэтому все время обвиним во всем, как говорится, плохому танцору, что мешает, ноги, да? Ну, вот мы эти ноги виним, потому что у Земли свой радиус вращения вокруг Солнца, и некоторые планеты она обгоняет. А Сатурн, он вообще 14 лет в одном знаке находится. Земля же меняет знак каждый месяц. Так вот, он у нас ретроградный. И где он находится? В тех самых рыбах, о которых вознаменовал Иисус Христос, который попытался нас спасти через знания, но мы на эти знания забили. И, как вы видите, что происходит. Но в эпоху Водолея уже, скажем, на энергетическом уровне это воздух, это все без границ. И поэтому людей с ненавистью без границ, людей с алчностью без границ, людей с невежеством без границ в следующую эпоху не приглашают. Поэтому они сами, согласно закону целесообразности, занимаются самоуничтожением. Посмотрите в глаза. Фамилию уже не буду называть любого человека, просто внимательно, и вы поймете, кто живет у него. Либо душа открыта и божественный канал со своим высшим я, с мирозданием, с родом нашим небесным, либо в мозгах живут чертики. Потому что, чтобы иметь контакт с высшей иерархией темных сил, им надо пожимать руку, что некоторые из представителей западной элиты и делают. Так вот, Сатурн у нас в рыбах, 13-й градус. Я наконец-то поставила знак градуса, потому что я все время делаю оговорочку, не по Фрейду. Говорю, минута, минута. Ну нет, конечно. 13 градус, 31 минута. Потому что если мы берем, хоть эклиптикой не является полностью такой ровным кругом окружности, но на 2D, на плоскости, на натальных картах, в компьютерах, в приложениях, мы все сделали на 360 градусов, нам так проще и легче. И разделили эти 360 градусов на 12 частей, 12 знаков зодиака. Ну, так скажем, чуть-чуть как тортик по датам, да, там 20-го, 22-го каждого месяца мы видим, что Земля переходит по те или иные энергии. И также другие планеты. Просто скорость, да, переход, мы говорили, что у Луны, например, месяц 27 часов там с копейками, у Земли там 30-31 день тоже с копейками, вот, потом это все аккумулируется, раз в 4 года мы делаем 29 февраля. И вот представляете, люди, которые рождаются в это 29 февраля, вот раз в 4 года могут день рождения отмечать. У меня даже есть один какой-то знакомый, был давно. Вот. И, значит, Сатурн в рыбах, если он хорошо аспектирован, да, согласно вашей натальной карте, потому что там, где сейчас находится Сатурн, это именно транзит, так? А ваша натальная карта?
Где она? Какое соотношение? Как аспектирован был Сатурн или аспектирован сейчас? Так вот, если он хорошо аспектирован и находится в каком-то спокойном, приятном положении знаки, тогда, в общем-то, скажем, его работа считается практически выполненная, да? Ну, как исследователь, вот как, я не знаю, доцент в лаборатории, смотрит, чем человек занимается, ставит, записывает показатели условно, да? И говорит, ну ладно. И как у нас есть шутка у астрологов, если человек работает, то Сатурн отдыхает. А вот если идет оппозиция Марса, Солнца человека с Сатурном, тогда держись. И вот почему я так внимательно изучала Сатурн, корыстный интерес. Признаюсь вам, как я вам сказала, что все делаю по запросу жизни в том числе. И я вам говорила на предыдущем занятии, что у сына начались проблемы со здоровьем. Он сходил к врачу, обратил мое внимание на это. Я говорю, сынок, так тебе ж в этом году 29 лет исполнится. То есть его Сатурн вернется в то состояние, в котором он был на дату его рождения. И тогда спросит, что ты делаешь. Так. И вот, соответственно, Сатурн – это карма, ребята. Карма, что посеешь, то и пожнешь. Куда ты инвестируешь свое время, куда ты сеешь, как и что. Так, это очень важно. И вот смотрите, если Солнце – это жизнь человека, так, и дает жизненную энергию, Отец нам дает информацию, код, жизнь, так? Солнце нам светит, освещает наш день, дает нам энергию в килоджоулях. Через питание растительный мир тоже в килоджоулях нас подпитывают. Организм там из желудка берет все, что нужно. Прана, невидимые труженики неба, воздуха, иерархии света, которую мы дышим, легкие, принимают тоже энергия Солнца, так, в газообразном состоянии, можно сказать, эфирном в том числе, потому что наше мироздание – это не тортик, мы не можем его нарезать. И, как я говорила, у нас существует дефицит слов, поэтому я, изучая различные мудрости от жизни, восточные, античные, греческие, то, что нам дали Гималаи, да, Шамбала. Сейчас направляю свое внимание, изучаю старославянские знания. И если, когда я говорю об Атлантиде, это больше, скажем, знания, которые нам даны и из Шамбалы, и в мифологии античной греческой, Римской, я спросила себя, так, а где славянская? У нас огромный континент, самый большой. Так, что с нами случилось? Что, почему наша история написана там после крещения Руси, а до этого там жили какие-то темные язычники? И я вижу, что, когда я говорю о четвертой расе атлантов, я говорю, что боги жили среди нас. Так, то староверы, которые говорят о Свараге, о Перуне, так, это боги, которые на старорусском языке назывались так. Подумала я, сейчас поглубже ныряю. И, как я вам говорила, в Институте русской политической культуры я закончила курс. Книгу вам покажу в конце. И там именно по медалям Екатерины II я вижу историю и вижу, как наши князья с Александром Македонским подписывали соглашение.
Да? И да, еще раз вам повторяю, что нас почему-то все время вычеркивают и манипулируют нашим сознанием, рассказывая нам, что мы вообще какие-то непонятно откуда взялись. Барбари, варвары, да? Как нас в Древнем Риме обозвали. Так вот, когда рождается, идет зарождение нашей пятой цивилизации, так? И когда рождается каждый человек, потому что мы всегда говорим не только об единении человека и космоса, но я также говорю, что когда мы говорим о карме, когда мы говорим о землянах, мы не можем не говорить о реинкарнации, так? О нашем пути инволюции, эволюции. И поэтому все, что происходит в Солнечной системе, все, что происходит на планете Земля, происходит фракционно также в семье и в человеке. Так вот, все, мы из огромного, великого, прекрасного пришли к тебе, ко мне, человеку. И вот когда каждый человек рождается, у него активны марсианские энергии, энергии действия, энергии познавания через действие, потому что опыта по флешке памяти в мозгах, так как нам память отключили, что мы натворили там ужас, четвертой цивилизации, соответственно, у нас сейчас работает так, что мы помним только вот данное воплощение. Но сейчас, в 21 веке, приходят души, великие души, ну, скажем, родители, кто за что боролся, на то и напоролся, таких и такие души и были притянуты. Соответственно, познается через действие. Но великие души имеют открытый канал с божественным и помнят все. Помнят, ну, по крайней мере, если не все, то свои предыдущие воплощения рассказывают им родителям. Родители говорят: ты с дубу брендил? Где ты там, в каких гаджетах ты чего насмотрелся? Тогда дети начинают замолкать. И это первый шаг в конфликт отцы и дети. Но Марс – это энергия действия, и человек ради выживания, так, должен научиться, как это жить на планете Земля. Тем более она агрессивная. Ну, не Земля, а земляне агрессивными стали в арийской расе и вот по сей день. Так, поэтому я вот здесь рядом с Сатурном изображаю пожарника. По сути, что делает Сатурн? Он ограничивает эго человека, потому что мы находимся в глубоком эгоцентризме. Каждый из вас. Так? Над златом чахните, завтрак, обед, ужин, что-то сделать. О созидании правое полушарие мозга у многих спит. Не буду сказать атрофировано, оно в любой момент может проснуться. Вот у меня после 50 проснулось. Соответственно, я вам тут изображаю будильничек, так? И что? Сатурн говорит вам: так, ребята, стоп, вот этот ваш огонь, огонь, сжигайте все на своем пути, все энергии сливаете в унитаз. Я вас сейчас потушу, да, и будем переходить в высшее, так, высшие октавы. Угу. Соответственно, далее я вам напоминаю, что в нашей жизни, в космосе, никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек в космосе ситуация, объединение, да, столкновение, взрывы, все это великий учитель. То есть мы накопительно, у нас есть инволюция, эволюция, так?
мы накопительно вот эти трудности, либо они нас заваливают, потому что мы слили энергию в не туда, либо мы преодолеваем их по высшему аспекту бытия и становимся выше, лучше, гармоничнее, в балансе с жизнью. Те учителя, которые приходят в вашу жизнь, это всегда те люди, которым в предыдущих воплощениях вы оставили частичку своего Г. Так? Негатива. Они вам должны подсветить ваше несовершенство. Бегут с зеркалом за вами, а вы говорите: «Я прекрасна, спору нет. А вы кто такие?» Это все он, это все она, да? Такие сики. Нет, господа, это все вы. И вы притягиваете именно тех людей, которые вам должны это продемонстрировать. И когда вы это поняли, приняли, проработали, простили себя, попросили прощения у человека, извини, я несовершенен, я только учусь, даже на духовном уровне, даже просто сердечно. И вот знаете, поэтому я вам здесь показала весы. Почему? А некоторые астрологи считают, что Сатурн управитель, что управитель Сатурна является созвездие Скорпион, а это большие деньги, большие финансы, глубокие знания, иногда мистические, иногда магические. Ведь люди как проходят свою эволюцию, да? Я говорила ранее, через мифологию, религию и истинные знания, но всегда опыт. Но также мы понимаем, что зависла. Сейчас вспомню, что хотела сказать. Я в потоке. Что? Вот, например, Макс Гендель, через которого я изучаю, так сказать, знания глубокие, да? Он говорит, что весы управитель Сатурна, поэтому я здесь изображаю и весы. На первой странице я вам показала и Скорпиона, и весы, будильник. Но опять же, и Скорпион, и весы находятся рядом. И зачем нам нужны дома в натальной карте? Потому что дома, они как раз показывают вот это пересечение, да? Дом может брать часть из одного знака, часть из другого. И вот это вот то, что все переплетено на небе, это не тортик, да? И энергии тоже. Дома, они по функции соединяют. И также Сатурн. Да, он может быть и под управлением весов, равновесие и баланс. Нас жизнь учит всегда именно этому. Так? Во всем. Материальное и духовное, высшее и низшее, внутреннее и внешнее, мужчина и женщина и так далее. И тогда я спросила себе, мне очень интересно было все-таки побольше вам рассказать о Сатурне. Я вам рассказывала на одном из занятий по Луне, когда было полнолуние, и я случайно решила пойти пофотографировать Луну и увидела, что у нас в центре Сочи мужчина стоит с телескопом, и я, ну, Луну-то я и так хорошо вижу, у меня зум, на фотоаппарате. Я говорю: «Скажите, пожалуйста, что еще можно увидеть?» Он такой посмотрел на небо, говорит: «Сатурн». Я говорю: «Можно, да, покажите, покажите». Вот, он говорит: «Сейчас подожди, он за домом, сейчас Земля чуть крутанется, мы его увидим». И он перенастроил там, одел с другим увеличением, там у него эти разные окошки. Кстати, пришли одни девушки, говорят: «Сколько стоит ваш телескоп?» Он говорит: «Ну, я не знаю, сколько он стоит сейчас, но раньше, когда я его покупал, он стоил 30 тысяч рублей». Я говорю: «Девчонки, это 36 тысяч рублей, по-моему». Я говорю: «Девчонки, это, по сути,
10-12 тысяч долларов. Представляете, человек работал, 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 заработал. Куда он инвестировал свои деньги? Он купил телескоп. Да? И посмотреть одну штуку сейчас стоит 100 рублей. Короче, я смотрю на него, темное небо. Он такой ну, прям я вообще это вообще прекрасное. Вот у кого в городе есть эти, ну, поняли, как они называются, я не помню, сейчас я в потоке. Сходите, посмотрите на все, что можете. Вы так вот эти вот блоки, свою скорлупу снимете. Понимаете? Вот я сейчас смотрю там ведических всяких староверов видео. Там, блин, припаркованные мамонты стоят. Я такая... И я понимаю, что вот это вот мою память внутреннюю, да, не просто так я в детстве там на балалайке училась в школе, оно распаковывает. Темные силы пытаются ваш разум, высший разум, божественный, держать в гаджетах, сосать оттуда из вашего мозга. Короче, одна тусня живет, тусовка у вас в мозгу, вторая в гаджетах, и вокруг там, естественно, мы между собой взаимодействие. Каждый человек на сегодняшний день – это представитель темных сил на планете Земля. Единицы через знание, через распаковку чакр, да, наших божественных сердца, добро, знание, получение высших знаний открывают. Короче, Сатурн – это вторая планета по величине в Солнечной системе. Помните, я говорила, что если все планеты сложить, то это будет Юпитер. Ага. Так вот, соответственно, после Юпитера это Сатурн, и в него он такого размера может поместиться 764 Земли. Представляете, как он огромный. Он в 9,5 раз больше Земли. Но вот когда говорят 9,5 раз, мне ничего не говорят. Ну, 764 земель внутри, это круто вообще. У него сутки составляют 10 часов наших земных, 32 минуты. Один его год вращения вокруг Солнца – это 29,4571 лет. То есть практически 29,5 лет. Почему у моего сына началось заболевание? Потому что тело манифестирует и говорит: дорогой человек, давай-ка просыпайся. Через полгода придет Сатурн. Ты будешь сдавать экзамен. Короче, у меня есть полгода сделать апгрейд моему сыну. И я там диагностики сделала, файлы ему сделала, все пишу. А помимо этого, мы ему, естественно, и для книги, и для него делали год назад полную там натальную карту делала моя подруга Татьяна. У нее классный канал в Ютубе. Мы с ней стартовали практически одновременно. Но астрологию сейчас больше людей. Вот я смотрю, Светлана Елыш, да, которую я вам рассказывала. Она там 4 года назад, когда я к ней пришла на YouTube, было 4,5 тысячи подписчиков. Сейчас почти 100 тысяч. Человек пашет, работает, дает знания. Я даю знания менее востребованные, поэтому у меня сегодня только 102 человека. Но я рада каждому. Потому что за последние недели 5 человек пришло. Приветствую вас, друзья! Благодарю вас! Так. Ну вот у него вот это вот колечки, да, колечки, колечки, кольцо. 7 колец. Они состоят из льда и камня. Когда я космогенезис изучала Генделя, он говорит о том, что первый жизненный круг у нас был Сатурн, второй Солнце, третий Луна, вот сейчас у нас четвертая Земля. Потом вот должен быть Юпитер. Угу, жизненный круг.
Вот. И я вам, помните, говорила, как гончар. Кстати, ко мне ученица зашла. Александра, тоже приветствую ее. Сам себе дирижер, и она гончар. У меня в телефоне написано «Александра Гончар». И вот, человек яркий, представитель 21 века. Я увидела ее, когда натальную карту, у нее все наверху, и вот так вот чик, все зелененькое. У нас там у кого что? У меня весь юг, второй дом практически, второй, третий занят. Вот, люди 21 века приходят, у них уже все божественное, уже все наверху. Им не надо было проходить эпоху советскую и все такое. Ну, может, прошли в другом воплощении. У Сатурна 146 спутников. Короче, и они, там, ну, про них про все описано, все такое. Радиус Сатурна 58 тысяч 232 километра. Я начала, ну, смотреть в поисковике, уже не буду вам поисковики называть. И мне вышло первое, мне жизнь обычно сама дает всегда. Даже я вот из дома выхожу, вот как я на лысо подстриглась, да, я думаю, 14 июля, день рождения младшего сына, 25 лет, 1/4 века. И я такая думаю, так, что мне послушать? И мне раз второй концерт Рахманинова, раз из Петербургской филармонии, я раз его слушаю. Да, и там вот это все-все-все-все-все-все-все. Я сижу напротив моря и думаю, принимаю род свой небесный, как о хранительница рода. Я думаю, так, что-то, по-моему, пора обнулиться. И мне вот это вот выросло, тут уже выжженные волосы, тут выросла седина, я эстет. Я думаю, вот, 14 июля до 14 часов в ноль подстригусь. Это будет моя манифестация обнуления. Что и сделала. И все, я решила вот так. Я решила вот такую стрижку оставлять, потому что экономия. Ну, шампуни, укладки, я пару BMW в Жак-де-Санжах всяких оставила. Так, второе. Я утром проснулась, глазки накрасила, села и вещаю. А если у меня были длинные волосы? Во-первых, надо тратить деньги на их окрашивание. Ну, даже окей, я последнее время, уже последний год, когда уезжала из Швейцарии, я наоборот сделала милирование, ну, чтобы седину про это. Но сожгла их, они у меня тут просто падали, все на полу лежали. Ну, стресс еще, представьте, 13 лет человек прожил в Швейцарии, раз такой и переезжает в Сочи. Я вообще хотела в Ялте жить, но так как у меня мама в Сочи, я это. Вот. Ладно. Короче, вот тут такой starwalk.space я напишу. Вот. Очень классно там все написано. Мне очень понравилось. Ладно. Короче, 29-30 лет. Соответственно, плюс-минус 59-60, 58-60. Приходит Сатурн. Я готовлюсь, ребят, видите? Меня шарашит. Приходит и смотрит вам в окно и говорит: так, что делали? Что было? Что есть? Что будет? На чем сердце успокоится? Так. И вот я вам не только будильник тут изображаю, но вы знаете, что многие Сатурна изображают как старца с косой, потому что он стоит, не Петр и Павел вас будет встречать там, когда в новую жизнь перейдете. Сатурн, шучу. Но песочные часы что показывают? Песочные часы нам показывают, что мыло-мочало, начинаем все сначала, можно их переворачивать. Да? И как я говорила в седьмом занятии о Сатурне, посмотрите его тоже. Если мы часы кладем вертикально, да, во-первых, вот она ватерлиния, которую я называю жидкость сообщающихся сосудов, в данном случае песок, материя, так, вот, но оно как восьмерочка, как знак вечности, поэтому мне очень этот знак нравится, да, и вы где, в половине, которая уже низшая, или все-таки стремитесь наверх?
Вот. Далее. Я говорю о том, что наказание человеку, да, вот Сатурн посмотрел на вас в окно, а потом пошли ситуации, там перекрытые потоки, ругань в семье, туда-сюда. Почему? Это знаете, как вот, например, ну, такая какая-нибудь клоака, да, ваша, не чужая, только ваша. И туда кидают этот тротил. Нет, это знаете, когда вот люди ходят на плохую рыбалку, да, вот они, рыбка там плавает, они туда вот это, и все всплывает, да? Ну вот, в вашем случае, в человеческом, это вот ваша клоака личная из данного воплощения, из предыдущих. 29 лет, уже нормально, в 14 лет тело желания у вас проснулось, в 21, в 21 год уже все тела активизированы, Марс шарашит. Чем вы занимаетесь? Любовью с любимым человеком или сексом направо-налево? Куда вы свою божественную энергию? Потому что, извините меня, дамы и господа, да, божественная энергия, жизнь солнечная у мужчины, а луна второе светило на нашем горизонте у женщины, плодородие. Куда вы все это? Вот говорю, говорила, говорю, буду говорить. Мне тут шок был некультурный. Зашла чай искала в пятерочке, стою на кассе. Тест на беременность рядом с жвачкой, с презервативами. С жвачкой, то есть пожевал, выплюнул, да? Ой, я беременная. Таблетку выпила, чух, ушло. И мои ученицы говорят, ну а что такого? А что? А где это держать? Я говорю, есть прекрасное место, аптека называется. Даже не оптика, а аптека. Да? Их сейчас очень-очень много. Я когда в Россию вернулась на разведку в мае в том году, жила в Москве, иду по Ленинградскому шоссе, банки и аптеки, банки и аптеки. Ну вот. Идите, берите кредиты в банке, потом ночами не спите, переживайте, пейте валерьянку, убивайте свою жизненную энергию этими страхами. Вот так работает сегодняшняя сатанинская реальность на планете Земля. И я вам поэтому говорю, что наказание идет не потому, что вы подверглись испытанию Сатурна, а потому, вернее, Марса испытанию, а потому, что вы ему поддались. Закон свободы выбора и воли каждого человека. Так? Есть такое слово, называется, мне сейчас вот этот еще про, видите, я вам тут и будильник, и колокол, да? Жизнь как с нами разговаривает? Сначала колокольчики, тилин-тилин. Вам человек там что-то говорит, вы не слышите. Какая-то ситуация проходит, вы не понимаете, зачем она вам. Так? Что начинает делать? Колокол начинает шарашить по башке. Так? Вам жизнь маячит. Не надо это делать. Стоп. Да? Не останавливайся. Иди вот так, иди по-новому. Не надо по-старому. Колючую проволоку даже вам тут нашла. Человеку пофигу. Эгоизм, сатанизм, да, ложь, выгода, сверхприбыли, все остальное. А тайминг идет. Песчинки падают, да? И вот приходит Сатурн, такой большой, классный, позитивный, берет так планету Луна, смотрит так, ой, Земля, землян, смотрит так на них через лупу и говорит, ну что, ребят, сейчас все становится тоньше. Если раньше можно было что-то сделать в 20 веке, до 2012 года, когда у нас была эпоха темная, так? И, может быть, там через пару воплощений ты с этим человеком опять встретишься, и он будет тебе отдавать эти энергии отрицательные, а ты ему, и вы будете драться. Все. Сейчас такие звезды к нам летят, такие энергии нам даются. Солнечная
система, двигаясь по Млечному пути, проходит, ох, разные энергии. Кстати, я в прошлый раз сказала 2 миллиона 330 тысяч лет, по-моему, больше. У меня вот с нулями проблема, потому что я в масштабе мыслю. Нули забываю. Посмотрю и потом напишу вам. Так вот, компромисс – это огромная проблема человечества, потому что Моисей пришел, дал нам законы, Иисус пришел, дал нам законы, Будда приходил, тоже нам рассказывал, Сократ вопросы задавал, Пифагор, Платон, Зороастр, Орфей, массу народа нам солнце посылало, лучших своих представителей. Иерарх Солнечной системы Иисус пришел. Кому он пришел? К самым тем, кто косячит. Не народу избранному. Потому что если бы он пришел к нам, они бы не поверили. Он пришел к ним, директаменты, как говорится по-итальянски, напрямую. И говорит, так, ребята, серенькие, так, кто живет на этой части нашей любимой Евразии? Вам Моисей сказал, око за око. Но это не того, что если вам выбивают глаз, вы должны выбить другой. Нет. Если вы выбили глаз этому человеку, он вам в следующем воплощении обязательно придет и вернет вашу отрицательную энергию. Поэтому Моисей вам говорил, а я вам говорю, если вас ударили по щеке, пришел тот, кому вы выбили глаз в предыдущем воплощении. Подставьте в другую, поблагодарите, скажите «Намасте». Моя душа приветствует твою душу. Прости, был неправ, я только учусь. Обнялись, поцеловались, взяли за руки и пошли по Академии жизни галактической на планете Земля. Так, вот это вам Сатурн, каждый этот 29 лет говорит, но не только. Так как он движется, он вам делает промежуточные экзамены. Да, у каждого человека есть зачетка. Как вы сдаете в той или иной ситуации с тем или иным человеком зачет или не зачет? Поэтому что такое компромисс? Вы все знаете законы жизни. Все знаете. Не лги. Вы лжете 354 раза днем. Когда вы своему ребенку говорите «не лги», вы уже лжете. Потому что вы лжецы все. Я тоже была. Сейчас стараюсь поменьше. Да? Стараюсь не жить в компромиссе. Поэтому вам домашнее задание. Выпишите все свои негативы и переводите их в позитив. Словарь дуальности. Ведите свой личный. Убирайте сорняки. Так. И не живите в компромиссе. Приведу вам такой пример. Не, сейчас в потоке не могу. Может быть, на следующем занятии буду примеры проводить. Сами подумайте. Подумайте об этом, как говорил великий Кришна. Так, почему я так головой делаю? Потому что индусы так делают. А это что? Это гармония. Почему, когда мы в потоке, вот я, например, когда я не медитирую, я общаюсь со Вселенной, со своим высшим Я. Я вот так покачиваюсь. Потому что это поток. Да? И вы ловите баланс, гармонию. Вот. Я вам говорю о том, что Сатурну не нужны трудоголики. Повторяю, эту же графику, которую я нашла для своего сына и для Луны. Последнее занятие, спать или не спать, ночами не работать, мелатонин, божественная энергия. Наш организм божественен. Так, выключаю будильник. Тело создавали иерархи великие.
Человек – венец мироздания. Вот эти гормоны – это не просто гормоны в анализах. Это божественная энергия. Ваша, твоя, человек. Так? Женщинам дали то, что нам надо, мужчинам дали то, что им надо. Мелатонин дали всем, потому что ночью, когда активен астральный мир, когда наш второй энергетический двойник, наше энерготело, сереньким оно на всех моих схемах нарисовано, я сама нарисовала единственное. Вот. А, вот, кстати, он сейчас будет. А, вот я вам уже и покажу. Кто вас окружает? Вот он, человек, да? Наше творение Мухин Любава Фьора де Лавита. Так. Вот он весь в темных энергиях, в колючей проволоке. На плече сидят чертики. Так. В мозгах они живут. Вон они там серого цвета. Да? Млеет кое-как этот божественный канал, но если все ваше вот в этом окружении, в этих привидениях, в этом всем сущности, куда вы сливаете божественную энергию, там вы и находитесь. Дополнительную лужу клоаки вам еще тут изобразила, что вы в ней живете. И следующая инфографика. Я говорю о том, что делает человек. Да? Трудоголики не нужны ни Сатурну, никому. Мирозданию вы не нужны. Эпоху материальную мы прошли. Вы по Марсу научились зарабатывать деньги по Скорпиону. Так? Сатурн – это работа в том числе. Ну, натальная картина так тоже смотрится. Где она и все? И вот смотрите, баланс. Да? Баланс должен быть с душевным, с духовным, сознанием, с пробуждением тебя как человек. И поэтому вот эти вот весы, да, с долларом, вот это золото, бриллианты, там ваше сердце, мешки из предыдущего занятия. Нет, это было не занятие, это была моя демо-версия, как я делаю партитуру и сольфеджио каждого человека. Посмотрите. Потому что каждый человек для меня это как воздушный шар, так? Внутри находится человек, я есмь. И висят говномешки. Вот они здесь изображены. И по мере осознанности, по мере пробуждения человека, по мере его подключения через огонь, да, знаний, потому что мир огненный – это высший мир. Это высшее состояние эфира, который вычеркнули из таблицы Менделеева. Он там стоял на месте номер один. Реинкарнацию вычеркнули из Библии, эфир вычеркнули из таблицы Менделеева, славян вычеркнули из цивилизации землян. Вот. Видите, все вычеркивают. А кто, как вы думаете? Люцифериане. Ну так вот, огонь есть марсовый, посредством которого огнестрельное оружие человечества делает. Атомные бомбы американцы 6 и 9 августа на Хиросиму и Нагасаки, на японцев скинули. Про убийство премьер-министра я рассказывала на каком-то там столетнем занятии, да? И теперь Урсула фон дер Ляйен стоит и говорит в Японии. Произошла страшная трагедия, как будто НАТО и американцы к этому никакого отношения не имеют. Произошла ужасная трагедия. Атомные бомбы были скинуты на Хиросиму и Нагасаки. Россия ответит за это. Бред, манипуляция. Историю нашу вычеркивают не просто так. Поэтому, куда ваше внимание направлено, там и есть. И вот это то, что вам тяжело, эти деньги зарабатывать, вот это все. Вы этот навык получили. Теперь переходите в навык кармические узлы на данном воплощении.
Получайте знания. Приходите, я вам сделаю разбор. Демо-версию посмотрите. Мы сейчас Софа ее опубликуем. Там более 50 страниц печатного текста, где я разбираю энергии, которые вам были даны от иерархии зодиака на дату рождения. Первое. Я понимаю, что вы ничего не понимаете в этом. Ну, по крайней мере, что-то, да, нахватались. Я говорю, нахватались про тех, кто нахватался. Есть те, кто не нахватался, есть те, кто мастера, как Елыш, Драган, Дараган и все остальные, да? Поэтому не обижайтесь. Я никого не хочу унизить. Я хочу сказать, что у каждого своя степень знаний. Если вам знаний не хватает, приходите, я вам расскажу. Около 2 часов, вот такое видео, как я веду занятия, я полностью разбираю все ваши данные и объясняю, какие планеты попридержать, да, каким дать энергию для того, чтобы вы были в балансе, и как это открыть сердечную чакру и божественный канал с вашим высшим Я. Поэтому время пришло, будильник, чтобы зайти в гармонию, и все вот эти кармические истории наилучшим образом. Первое – это я, человек. Второе – моя семья, пара. Третье – социум на работе. Все сгармонизировать. И плюс еще благодаря методу биолокации, маятнику, мы еще посмотрим то, что в настоящее время, возможности и все остальное, 9 сфер жизни. Итак, в конце каждого занятия я говорю, что мироздание стремится к гармонии и балансу. И поэтому здесь полная гармония у нас. И лотос, и камушки, и инь-янь, и женское, мужское, и Марс, и Венера, и весы мироздания, и бриллиант, который из уголька каждый человек может стать алмазом и огранить свое «я есмь» божественного человека и засверкать бриллиантом. Это не тонкий намек на толстые обстоятельства, что мужчины должны дарить бриллианты женщинам. Нет. Мужчина должен стать бриллиантом, и женщина должна стать бриллиантом во Вселенной, на планете Земля. Сатурн присматривает за вами и помогает вам убрать и разрушить все, что не нужно, все связи с ненужными людьми, все ситуации, которые отжили, которым до свидания, аллилуйя, так? И вот этим фиолетовым алгоритмом я показываю нашу Вселенную, Млечный Путь. Да, Скорпион, во всем есть положительное и отрицательное. Весы, Земля, два сердца, любовь, он и она. Человек сам выбирает ему подняться выше ватерлинии, переходить в лучшую версию себя или топтаться в говноклаке. Выбирай, человек, кем ты хочешь быть. Сегодня век интернета. Все знания, все книги есть. Онлайн-PDF-версия, аудиоверсия. Я вот очень много слушаю аудио. Например, «Космогенезис» Генделя я весь прослушала. Там, не знаю, уже 4 раза. Да? И там читает какой-то робот в Ютубе. И есть люди, которых это раздражает. А меня нет. Я знания могу получать в любом виде. Что такое раздражение? Это распущенность. А кого раздражает это? Мозги, в которых живут пока еще эго-личность, серенькие, которым не хочется, чтобы вы им отключили этот донорский канал. Они хотят качать, они хотят вами манипулировать. И иногда, видите, все, вот я о них говорю, мне все время голос ходит.
Иногда еще интернет прыгает. Ребят, мы вас выводим на чистую воду. Нравится? Не нравится? Терпи, моя красавица. Частушка есть такая. Так вот, инвестируйте свое время в себя. Я не говорю о том, что бросьте работу. Нет, вы знаете уже, как это делать. А теперь учитесь работать по высшему аспекту бытия. Вот в предыдущем занятии, Венера, занятие 15, я разбирала это с точки зрения, как я это вижу и понимаю, опираясь на свой опыт предпринимателя 30+. И да, я там повинилась, рассказала, как мы не платили налоги и пребывали в офшорных зонах и все остальное. Но все это опыт, и я себя за него не виню. Это наши ступени развития. Ведь когда пришли Чубайс с Гайдаром и рассказали нам, давайте сделайте это было искушение. Мы, я думаю, понимали, что это неправильно, но мы были в детской позиции. Наш мозг, наше сознание, самоосознание было в детской позиции, потому что в Советском Союзе, ну, нас так приучили, да, что государство о нас заботится, что от каждого по возможности. Я, кстати, когда делаю стартапы, я под этим делаю лозунгом «От каждого по возможности». Но сегодня, опираясь на свой опыт взрослого человека, который взял ответственность на себя не только за свою жизнь, но и как представитель своего рода, и как землянин, землянка, россиянка, славянка, вот, я не виню себя, не культивирую в себе чувство вины, потому что страх, вина – это все продукт, которым питается невежество, эго-пляски, личность ваша. А ваша задача – перейти в высшее «я», так? И вот эти все темные силы, которых мы должны выбирать, не выгнать, их невозможно выгнать. Венец мироздания человек, многогранная сущность. Но почему я назвала свой курс индивидуальный сам себе дирижер? Стать сам себе дирижером. Потому что в любой симфонии есть и басы, да? Пианино называется фортепиано на итальянском языке. Так? Соответственно, есть белые и черные клавиши. Я не просто так одела футболочку сегодня в полоску. Признаюсь, но я же дева, я же стыд. Я посмотрела, думаю, а в седьмом занятии, в предыдущем занятии Сатурне, в чем я была? Я была тогда в белой кофточке сверху. Ну, так как у нас уже осень, да, я одела, опять же, полосатую выбрала. Опять же, есть такая тоже поговорка: жизнь, она полосатая. Жизнь, она полосатая, пока вы живете по карме, по судьбе, по зачетке Сатурна. Так? Тогда на светлой карме вы притягиваетесь с людьми, потому что никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек – учитель, великий с большой буквы на планете Земля. Так? Вы с ним по-белому притягиваетесь, потом оно начинает сереть, потому что мы проходили серый, темный период жизни человечества. Так вы начинаете взаимодействовать. Вот как у меня с Виторио. Вроде бы сначала так начиналось все по-беленькому. Потом стало сереть, и благодаря этому через этого человека, который сжег меня в Венеции в 14 веке, так? Но полюбить душу, а не человека, так? Простить ему все, понять, знать. Потому что по готовности тебе даются знания о прошлых воплощениях. И когда мне многие ученики начинают спрашивать, а с тобой у меня как было? А вот с мамой у меня как? А вот там с бойфрендом как? Я говорю, знаете что, я вам тут мультики рисовать не буду. Давай, сама повышай свой уровень, открывай заглушку.
И поехала, и сама будешь видеть внутренним зрением, интуицией на своем внутреннем экране. Все просто. Поэтому выбирайте, вы хотите туда свет или хотите еще потусить здесь, в Клоаке. Закон свободы выбора и воли каждого человека. И я, человек, приглашаю тебя перейти на светлую сторону. До новых встреч в эфире. Благодарю за внимание. С вами была Фьора де ла Вита, автор различных методик, курсов и книг. Приходите. Пока.